Депутат Московской областной думы Владимир Жук во время своего визита в Ленинский городской округ побывал в Видновской школе номер 7. В образовательном учреждении несколько месяцев у шестиклассников не было учителя по математике. Как рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Степочкина, преподавателя не могли найти долгое время. Администрация обращалась и в вузы, чтобы помочь найти студентов старших курсов, которые имеют право преподавать, на сайты, где ищут работу, с поиском работы, во все инстанции, где возможно было найти подходящую кандидатуру. Во время отсутствия педагога уроки проводили разные учителя, и дети сложно усваивали программу. Родители были вынуждены обратиться с волнующей проблемой к губернатору Московской области. Проконтролировать данный вопрос было поручено депутату Владимиру Жуку. У меня поручение областной думы взять на контроль эту ситуацию, поэтому мы встретились и с родителями, и с администрацией, и вопрос решен. То есть учителя математики нашли, хорошие из высшей школы. Думаю, что дети получат те объемы математики, которые нужны. Новый учитель уже приступила к проведению занятий. Благодаря тому, что педагог с большим опытом работы, ребята быстро наверстают программу.